В дагестанском Хасавюрте ликвидировали 4 боевиков. По данным правоохранителей, экстремисты состояли в хасовском батформировании. Среди уничтоженных радикалов и предполагаемый самоназванный амир города Мухаммад Махмудов. Данные члены преступного сообщества имели непосредственное отношение к организации и осуществлению многочисленных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также к вымогательствам денежных средств у предпринимателей под угрозой физической расправы и уничтожения объектов бизнеса. Стражи порядка установили имена всех 4 боевиков. Самому старшему из них всего 25 лет. По данным Лайфа, правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2109 с молодыми людьми для проверки документов. Полицейские водительских прав не увидели, по ним из машины начали стрелять из автоматов. Юноши пытались бежать. В ответ офицеры открыли огонь. На месте боя нашли автомат, пистолет и гранаты. Оружие отправили на экспертизу.